Запросили самого депутата Київради Віктора Грушка, фракція «Соціальна справедливість». Чи є пан Віктор у нашій студії? Так, є зараз. Запрошуємо вас, пане Вікторе. Добрий день. Сідайте, будь ласка. Добрий день. До вас запитання одразу найбільш гостре, власне, чому засідання Київради вже не вперше відбувається за закритими дверима? Ну, я хочу дати небольшой коментарий относительно закритых дверей. Никто Киевраду не закрывает. Я спокойно зашел в 9 часов в Киевский городской совет, и никаких преград не было. Да, была милиция, которая в мерах своих собственных полномочий занимается охраной общественного порядка. То, что проходило под зданием Киевсовета, я наблюдал из окна, там было порядка, возможно, там 300-400 человек с флагами от разных политических сил. На мой взгляд, скажем так, эти протесты, они не отражают действительного желания киевской общественности о том, чтобы не проводить заседание сессии Киевсовета. И я думаю, что сессия прошла вполне конструктивно. Мы приняли ряд решений, которые помогают регулировать хозяйственную деятельность города Киева, коммунальных предприятий, бюджетной сферы. Я как член бюджетной комиссии непосредственно принимаю участие в решениях вопросов, которые касаются моего округа, на котором я работаю. И, знаете, ни один из жителей, с которыми я встречаюсь, ну, наверное, раз в две недели, это комплексная встреча, где присутствуют там от 20 до 50 человек, и никто из жильцов мне ни разу не сказал там и не задал вопроса о моей легитимности. Потому что людей, прежде всего, интересует работа сегодня. Пане Вікторе, тобто да. Ви наполягаєте, що журналістів пускали туди, так? Тобто вам нічого не відомо про те, що нікого не пускали. Опозиції не пускали журналістів, вам про це нічого не відомо. Так, от ви зайшли, і далі ви не знаєте, що там робилося всередині. Журналісти були, була, по-моєму, Ксенія Кошкіна, да, или як Ксенія? Там багато було журналістів. Було дуже багато. Ну, знаю то, що вона є журналістом дуже компетентним, який смотрит за деятельностью Киевского городского совета, поэтому я ее заметил, поздоровался, и, ну, она меня, наверное, не знает. Вот. Но она была, и много других журналистов также присутствовали. Власне, вони були, але їх не пустили. Пускали, были на четвертом этаже, если это, ну, тобто, значить, були обрані, так? Обрані хто? Журналісти, яких журналісти? Пускали. Ну, я не займаюсь виборами журналістів. А, до речі, акредитації, до речі, а хто визначає компетентність тих журналістів, яких треба пустити на засідання Київради? Ну, це питання, скоріше всього, не до мене, а до адміністрації, яка займається акредитацією. З учетом того, що раніше, коли на сесію Київського совету приходило, помимо журналістів, приходило багато громадських діячів, яких, ну, так называемых общественных деятелей, там, с ножами и так далее, там, которые хамили депутатам, а это взрослые люди, которые, ну, чего-то, что-то из себя представляют, занимаются проблемами людей, и, ну, извините, принцип аккредитации, я думаю, он законом установлен и является правильным. А когда в Киевсовете устраивают балаган из государственного органа, ну, я думаю, это неправильно. Есть толерантность, принцип толерантности, которого должны придерживаться все, как и оппозиция, так и любой гражданин Украины. Ну, дивіться, ви сьогодні, по суті, розподіляли бюджет міста, який належить столичній територіальній громаді. Конечно. Чому ця громада Києва не може знати подробиці цього процесу? Я вже не кажу про те, щоб вони впливали на цей процес. Отвечу на два вопроса вам сразу. Територіальна громада знає о том, что происходит в бюджетной сфере. Я, как член бюджетной комиссии, я разговариваю и провожу встречи с жильцами и стараюсь бюджет наполнять теми вопросами, которые касаются именно той территории, которую я обслуживаю. Это, пожалуйста, инженерия села Троещина. В начале года я внес в проект решения про бюджет комплексную, ну, внес комплексную
реконструкции инженерии села Троещина отстоял этот вопрос. Меня коллеги поддержали. Также это касается проведения ремонтных работ в детских садиках, в жилом фонде. То есть это все, в принципе, все вопросы, которыми наполнен бюджет, они являются социальными по большей части. Там коммерции вообще никакой. А теперь давайте, пане Викторе, добре. В части формирования, вот вы говорите, вы задали очень интересный вопрос. В части формирования. Я как депутат, в принципе, считаю, что формирование бюджета должно идти с территориальной громады, где встречаются жители со своим представителем, ставят перед ним задачи, и бюджет формируется снизу. К сожалению, это не происходит. Бюджет мы получаем, скажем так, он формируется по вертикали сверху. Ну, бюджетная система так, к сожалению, устроена. И те вопросы, которые мы выносим, мы вынуждены их отстаивать. Хотя, в принципе, все, чем наполнена там программа социально-экономического развития, бюджет города, это медицина, это образование, это жилищно-коммунальная сфера. Проблем очень много. Пане Вікторе, власне, у мене то виникає конкретне питання з приводу навіть от ваших слів, от ви зараз озвучили, так? Питання по конкретному рішенню, власне. Фортуна банку, Київрада продала землю менш ніж за 600 тисяч гривень за сотку. Я бачу цю інформацію, вже є вона на сайті. Тоді як ринкова ціна, і це не секрет абсолютно, близько 2 мільйонів. Питання, за якими критеріями ви обираєте комерційні структури, яким дістається земля за заниженими цінами? Смотрите, ну, это вопрос скорее всего не ко мне, это вопрос к представителям земельной комиссии, потому что у нас Киевский городской совет распределен по комиссиям. По вопросам бюджета, пожалуйста, я могу ответить. По вопросам земельных отношений, у нас вот я специально с собой взял всю папку, которая была со всеми проектами решений, ну, к сожалению, возможно, времени не будет поднять этот вопрос. Вы голосовали за это решение конкретно по Фортунабанку? Давайте посмотрим. Это Фортунабанк. Я нагадаю глядачам, что Фортунабанку, значит, продали землю меньше, чем за 600 тысяч гривень за сотку. Тоді рыночная цена близко 2 миллионов, и мы про это сказали. Это не секрет, по сути. Давайте, вы голосовали за это решение? Давайте, ну, я вот так вот, посмотрите, какой порядок дня. И как я могу запомнить? У нас существует принцип доверия, да, вот институт местного самоуправления, институт представительской власти в лице депутатов, он основан на принципе доверия, когда работают каждая профильная комиссия, и мы доверяем друг другу, потому что под проектами решений, вот здесь вы можете посмотреть, я вам могу показать, в этом нет проблемы, в проекте решения ставят подписи многие чиновники. Там вы знаете, порядка... мы хотели подивитися, але наших журналістів не пустили туди. От в чому питання. Ну, розумієте? Ми хотіли подивитися. Пожалуйста, добре, це вже проблеми нет. Позвольте, я до конца отвечу. Ну, хочете, в проекті рішення ставят подписи много чиновников, там где-то порядка 80 подписей. Каждый из них несет уголовную ответственность за, скажем так, коррупционное действие. И если в действиях там того или иного чиновника будет обнаружено, скажем так, надання перевах кому-то, естественно, этого чиновника будет он притянут к ответственности. Пане Вікторе, дякуємо. Віктор Грушко, депутат Київради, фракція «Соціальна справедливість», про сьогоднішні гарячі події у Київраді. Дякую.